Капитальный ремонт теплосети идет в районе Светланская 207 на территории средней общеобразовательной школы номер 22. Общая протяженность участка составляет около 300 метров. На сегодняшний день мы проложили порядка 100 метров трубопровода. Сейчас производится гидроизоляция и теплоизоляция трубопровода. Далее мы будем закрывать ее и восстанавливать благоустройство школы. Задача к 30 августа закончить территорию школы, чтобы начался учебный сезон. В этом году во Владивостоке планируют заменить 44 километра трубопроводов. Ход ремонта находится на контроле специалистов мэрии. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.